so. What revenant is this? Могу сам прощать. А, нет, похуй. Yes. Ты не ответишь? Могу. А, мы против ВК стоим, изи. И мы против Боника. Сейчас попробую сейчас еще в конце. Блять! Да сука! Смысл? Ты так говоришь, куда? Что? Это верно, блять, пошел. Он все это время здесь тусовался возле тебя. Так ты сказал помочь? Я говорю, я сейчас еду. Ну здесь я тебе никак не мог помочь. Опять на XP меня оставил, ну спасибо. Скатмар? Ой, тихо. Да, я не то прокачал вообще. Да, я на двойку взял шипы. А можно, может быть, пробовать не через пески идти? Хотя я не хожу. 5 секунд и я смогу быстрее. Подушка, я не хотел сбивать. Могу застанете с ВК. Соген клетит. Yes, well.
12 секунд осталось. Скелет не вообще тебе не ответит. Оп, ого. Я готов, я готов. Далеко. Я готов. Можно дизраптор, если хочешь. Не, 60 голды Даркан осталось. Надо что-нибудь? Не-не-не, я что-то органы сейчас куплю. О, ты видел? Саня. Можешь, в принципе, ману тратить, у меня аркана опять есть. На миде, на миде. Что происходит? Капец. Ты ВК прыгал? Что сейчас? Yes, ты ВК прыгнул, Саня? Не, он сам ушел.
Defensive structures are fortified. They'll never see me coming. The enemy's top tower has fallen. Фига, что у вас там происходит на миде? Доминирую вас, вынижи. Блин, 20 на 4, Джаггер фрифарм. Макака фрифарм. Охренчик. Your top tower is under attack. Radiant structures are fortified. Your top tower.
Ох, да как! Всегда найдется один игрок, который фидит. Который соло гуляет. Да-да. Блин, ну это варда? Это фигня, какой-то третий энигма. Ты чё? Ну, там варда, у него такой эффект. Типа, ну, его поле действия. Это как третий энигма. Мешает немного. Если бы энигма была бы, это путало бы немного. Your bottom tower is under attack. Bite it, yeah? Your bottom tower is under attack. Rush. Чего? В смысле? Тут, походу, бойник был. Да. Блин. То есть я в бойника попал, оказывается. Блин, я думал, она у тебя типа закончилась. Не-не-не, там резерв еще был. Ну там еще и восклицание Верана, типа, попало, блядь. Если, блядь. Ката до конца играет. Цел. Бля, он что-то жесткий. Your bottom tower is under attack. Well and good.
Your bottom tower is under attack. Your bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified. Dire structures are fortified. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower is А, ну я же отпрыгнул. А, он сдох. Рандомно залетел. Не, я это песок убил его. Но он не смог бы забрать, ли он случайно сдох на это. Не, я думал, что игра сейчас говоришь. Правда, там пройдал. The enemy's middle tower has fallen. The enemy's middle tower has fallen. Блин. Да, блять. Бля! Ребята, стронг, все сразу. Well stated. Странно, они вообще не разговаривают. Ну, стрелять точно не играют. Найс забатил, Саня. За тобой попал. Смертельная стрела. Для меня. Я просто разведал местность. Я тут не причем. Stop.
Да, бедный ВК. И говоря, они просто определились по всем войнам сейчас. Ну да. Такая доминация у этих дистанций. Помощь! Бля. Начинается. Ко мне Юла не долетели. Они были близко. Ну, крутилка. Мусор. Скатка. Как МК выиграл мид у Боника? Конечно, интересно. Ну, я же Боника прохарасил по полной программе в самом начале. И палку дал зрителям, как макаки. Ага.
Поэтому там Боник уже боялся подходить к нему. Да получается, Соло заточил эту игру. Ну, получается, что так. Так, минуту дай. Сейчас. Чай налью. Алло, я здесь. Так, мы сегодня выиграли две игры. Ни одну не проиграли. Хорошо. Как раз последний жетон остался. Ты можешь на мид сходить, если хочешь. Использовать жетон по-полному. Че, на тройке будешь? Сейчас, если путь выпадет туда. А так нет. А почему? А что ты питлордом не хочешь сыграть? Не, не хочу. Ну что-то перестал нравиться персонаж. Почему? Ульта другая стала. Да. Из-за этого, что ли? Да нет, он такой чувствовал, что ему сейчас дамаги перестало хватать. А, потому что убрали пассивку навсегда, так же вроде давно было. Не, это другое. Я не знаю, мне просто не нравится этот персонаж в последнее время. Чисто мое субъективное мнение. Мне, кстати, также перестал нравиться Марс, потому что у него дамаги не хватает. Всегда нужна помощь какая-то. Угу. Бабы пудж. Совсем другое дело. А пудж. Ну да, пудж это имба. Мини-конфликт. За исключением лотуса. Крижных юлов. Станов. Он же в одно время мог, получается, докачаться до 25-го, все итемы на силу взять и мог убивать за ульту керри. Ну, если БКБ возьмёт. Там же... Там же от количества пассивки. Ты что? Нет, это... А, не от итемов. А, да? А это они тебя только бустят, да. А так все это там флешлип умножается просто на 2. А. Подожди, смотри, вот написано, которое зависит от силы владельца способности. Ну, это сейчас сделали. И вот, вот 1.6 и блок урона за эффект флешлип. Опять же. А если ты про ульт, то что он съедает? Не, я про ульт. Ага. То, что он типа может ультануть и убить керри за ульт. Ну, с Этерном. Через БКБ.
В смысле, через БКБ? Нет, не через БКБ, а без БКБ, если керри. Не, я в том смысле, то, что он убивает через БКБ. Несмотря на то, что у него магический урон, он работает сквозь восприимчивость к магии. Разве? Там он раз дамажит? Мне кажется, он не дамажит. Да. Да, да, не, да, да, но не может быть. Ну, как знаешь. Сейчас посмотрю. Prepare for battle. И вот у меня сейчас пассивка такая, то что если до с первым уровнем будет, то как мне со мной будет. Че там лоб тестируешь? Да, 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 сейчас. Ну, жизнь дамажит, нифига. То есть, фига, только рот не дамажит. А, жестко это. Фига, не сильно. Так долго ищет-то? Все, не знаю, может, проснули сегодня воскресенье. Ты вчера на Мизан играл? После игры? Да. Да-да-да. А Саня играл на Home Town One? Ну, на своем аккаунте. Да не, конечно, ульта у Пуджая она жесткая достаточно. Ну просто не с хуя, мало того, что контроль по БКБ так еще и дамажит. Ну да. Еще надолго станет. На 4 секунды. А кстати, я не понимаю, иногда, когда ульта верно ультует, у нее почему-то проходит она быстрее, чем показано на этой... Да, когда санитников нет рядом. А, да? Да, там же изменили, и ты теперь не будешь все это время находиться в стане для того, чтобы убить Карибивен. Она же раньше собиралась через Арчит и так далее, и просто ходила и убивала соло-таргета. А и там этот соло-таргет, он все это время стоял в стане. А сейчас, чтобы это убрать, там если никто не бьет из союзников, угу, то у тебя ульта прекращается через секунду. А-а-а, понял. А если, например, сколько нужен противников для максимального эффекта? А, там не ставка. У союзников. Как не ставка? Там хотя бы один просто. А, хотя бы один? А, да. То есть один нужен, чтобы полностью использовалась ульта. А если это иллюзия будет? Ну... Нет, да? Там вроде как работает, там еще подконтрольный юнит. А, то есть на Винтере Виверне вообще смысл есть давать в самого жирного, например, да, героя, чтобы как можно дольше они в стане были. Кстати. Ну, например, там будет Акс, да, ВК, и, например, допустим, Акс, ВК и Марс. Акс, ВК и Марс. Нет. Акс, ВК и Бабка, например. Ультуешь, например, в Акса, и они, сколько, 5 секунд стоят в стане. И они же не убьют же его? Ну, нет, скорее всего. Смотря какой акс попадется. И смотря, если там бабка с двумя рапирами будет, то скорее всего... Нет, обычная катка. Я вообще не знал про это. Ну а так...
когда ЦК идет к тебе на лайн, если ты не знаешь, где иллюзия, где нет, ты просто кидаешь на союзника, и они союзника убивают. Ты в это время еще подразминаешь вторым скиллом. А второй скилл дамажит в любом случае, да? Всех? Или только цель? От цели она отскакивает. От цели она отскакивает? Нет, я имею в виду, типа, если ультанул. Так. Допустим, в бабку возле House Knight. Ну, ты единственный персонаж, который может наносить урон в это время. То есть там будут работать все и модификации урона и так далее. А будет дамажить House Knight? Нет? От второй? Ну, есть. Если, ну да. Ну, если ты не на него прямо нацелишься туда. А, да? А. Если он не будет именно таргетом этого спелла, то да, там будет дамажиться. Ну, а, например, с руки, если бьет она хаос, тогда не будет дамажиться, да ведь? В смысле? Ну, например, допустим, я ультанул в бабку. Возле нее есть союзник Хаос Найт. Я использую первую способность верно и начинаю бить Хаос Найт. Он будет дамажиться, что ли? Будет. А, да? И, да. И бабка будет, и Чаус будет. То есть ты можешь выбирать любой таргет, как хочешь. Я говорю, это единственный персонаж, который наносит урон в это время. Там совершенно без разницы, если там будет... Если ты на него затаргетил ульт, либо не на него затаргетил ульт, там в любом случае дамаг будет проходить. Там хоть радик собери, просто они будут в радике ставить. Прикольно. А ты все предыдущие года донатил на компендиум? С какого года начну? Я вроде как не покупал самый первый компендиум. Ты там... Ты можешь к врачу сходить? Ты мне умрёшь? Да хуй знает. Ты что, ты кашляешь много? Не, я завтра пойду. Я позвоню ей сперва. Не знаю, может она не выпишет антибиотики какие-нибудь. Если не выпишет, то придется ехать в Прагу. В любом случае, я чуть попозже еще начальника напишу, то что я, скорее всего, на работе никто не пойдет. И утром надо будет докторше позвонить сразу. У тебя личный доктор есть прям, так? Или как? Ну, тут идет такое распределение, то что если ты приходишь в больницу, то там есть отделение скорой помощи. То есть там просто сидит врач, который там выписывает рецепты ПКД туда-сюда. Вот. Ага. А есть именно твой личный практикующий врач. То есть у него на тебя есть дело, то есть он знает, чем ты болел, какие у тебя прививки и так далее. И вот он считается твоим личным врачом. Понятное дело, то, что у него там не только ты, там целая группа людей. А, понял. Вот. И обычно, как вот так вот распределяется, то, что все люди, они регистрируются на личных врачей, вот, но в случае неотложки какой-то, то обращаются уже в больницу для того, чтобы там им выписали рецепт. А, в больнице сидят личные врачи, получается, да? Или ну, кто выписывает? В этих больницах там обычно... Не практикующие врачи, а знаешь, как общие. То есть, не знаю, там стрела тебе в ногу попала. То есть у меня, например, врач, он работает в понедельник с 6 до 4. Если меня, например, предположим, автобус собьет, то понятное дело, то, что я не буду ей звонить, то что давай, приходи на работу. Мне тут, блядь... Гнов немного, да? Кишки надо зашивать, да. Вот, понятное дело, то, что я обращусь к врачу, типа, как в отделение скорой помощи непосредственно. А у вас там бесплатная медицина или нет? Платная. Ну, все это идет за вычетом страховки. То есть у тебя в обязательном порядке как идет страховка. Там какой-то процент зарплаты за ним забирается. Ну, у меня, не знаю, наверное, 1600 рублей. Сколько рублей? А, 6000. Ну, где-то так, да. В месяц уходит. 5 секунд остается.
будет Бонни. Я могу за Рубика сыграть, то есть за кого хочешь сыграть. Да, я даже не знаю, если честно. Можно на Дэйм поиграть. Бля, Сава. Найс, найс этот спорт. Давай бери Рубика, а там сейчас. Может не Акса какого-нибудь? Акса? Ну, ЦМ-ка раскатит, блин. Смотри. Ну, Тини, наверное, то же самое будет. Да не. Шейкер, кстати, спорт. Интересно. Может, Ускара? Ускара, ну, такое. Там магии много. Да ладно. Трислер. О. Умеет оформить. Я, кстати, на самом деле хуй знает. У меня вот этот кашель, он еще остался после коронавируса. А, не вылечился? Фига. Ну, мне бывает такое, ты же просыпаешься утром, и тебе просто надо откашляться по полной программе. Мишон постоянно знаю. Может быть, ты не до конца вылишился? Осталось что-то. Да, возможно. Тут самые легкие уже превратились. О, маленький сморщенный комочек. Легкий кукольчик. С коронавирусом. Комбо. Верего? О, у нас Ахимик без сета. Это к не к добру. Посмотреть на его ранг. Это зачем у нас? Блять, у нас два челика без ранга. Не страшно. Ну, этот Джаггер со сетом. Сава без сета. Мусор. Нет, безумный Макс. А, я думаю, я сам прокачаю. Можно, наверное, убить даже. Хотя вряд ли. Я пошел на экран. The battle begins. What a test this shall be. Interesting. Absolutely. What's over there? Куфига ЦМ-ка сильнее у Рубика. Полов нет. Ну и тем более, как Рубик становится полезным потом в конце игры. В конце игры. Спасибо. Ну и я хуй знает, что у меня к Рубику тоже такое отношение, что он не самый полезный персонаж.
какой может быть. У меня тоже, кстати. Сэмка просто блочит телом своим. Давай, если хочешь, можно потом дропу поднять. А, да, я смотрю, как крипы, если зайдут подальше. Я подниму ее. Сейчас можно, я думаю. Нет, нет. Ладно, давайте давай. Слушай, оценку можем? Да, можем. Так, я на базу. Тебе надо что-нибудь? Да. На себя приводи, пожалуйста. Че? Себя привези побыстрее. Yes. Так. I understand. As it pleases me. Indeed. Блин, ну мне так страшно так. Сейчас я пойду. Бля, тут еще и земелья приперся. Да, Да не, мне надо ждать тебя теперь. Да, да, подожди. Хотя я очень долго буду. Ну, под вышкой только. Блин, у тебя еще 40 секунд, блин. Блядь, там их визаж соло убивает. Охуенно, блядь. Excellent idea. Yes. Curious. А пиздец. А, блять, он. А, они собственно не знали. Не, он только что на топе был, на финил. Так, я тебя жду. Поставишь вард? Да. Опять их нет. А, вон Сэмка на внизу. Гоу? Не-не-не.
over there. Absolutely. Опа, идут, идут. I agree. Very good. Самку можем? Бля, бля. Блин, что я делаю? Ну, Сау уже нет, хуй не страдает. Interesting. Топит самка. Ой, на миде. Пойдешь на притяжку? Да, да, иду. What's over there? Radiant's courier has been killed. If it pleases me. Your top tower is under attack. Interesting. Охуенно, блядь, еще и Джаггер здесь. Ну, я, короче, хуй знает. With pleasure. I understand. Dire structures are fortified. As it pleases me. Indeed. Your top tower is falling. Yes. Не, помощь трудна. Вот, понятно. Уже хочется ливнуть из этой ебучей игры, блядь. Such
fascinating images. Very good. Excellent idea. Up and down. Try me now. As it pleases me. Absolutely. Бля, Сало такой кусок дерьма. Вообще ничего не делает. Суппорт, блин. Пиздец, блядь, просто ушел с лайна, блин, сразу начался пиздец, блядь. Просто какие-то, блядь, земели прилетают, блядь. О, в РД не покупают. Buy words! Нафиг мне ВД я буду покупать? Абсолютно. Это уебище фармит Сало. Сало фармит, бля. На пятерке. Нормально, чё? Так я вот о чем и говорю, что, блядь, попадёт в себя один дебил, блядь, в команде, и все просто придет по пизде, блядь. Yes. You're dead, and that's all.
Они же вроде в пати играют, почему... Ну, им, видать, в кайф так играть. О, стой, отдай мне. А, я скинул. It's not time yet. Indeed. Very good. I'm not ready. Тишина просто. Так я его до этого поднял. Ну, а теперь я понял уже. Excellent idea. Understand. Did you and I? What's over there? Excellent idea. Dyer's horse has been killed. Indeed.
I understand. У Цемки такие дорогие скиллы. Yes. Tell me, indeed. As it pleases me. Absolutely. Остану нет. Не отходил? Ты что-то говорил? Да не, просто... Хубежка на меньше. Very good. I agree. Если сможешь поднять Эмбера, то... Могу, могу. Здесь не помогли, да? Ну, животное в РД не покупает. Indeed. Such fascinating images. Yes. Блин. Не, если не хочешь, можешь ворды не покупать, в принципе. Да не, надо можешь покупать. Да они недорогие, просто мне надо идти и ключевые. Так-то Рубика можно хоть до бесконечности фармить. Оп, погу. Мана не хватает. Че, ребята? Там он по-любому не один. Или... Чё? Я побежал. See.
О, нормально. На сейф. А ты ее, кстати, убить. Да нет, блядь, я не видел вообще. Сука, ну. Не сгоним? Ну, блядь, ну, не сгоним с Саумом Иваном. Ну, дай сгоним еще. Я не могу, блядь, от него защититься, потому что это ебан не покупает варды. Не могу Юу себе позволить. Брацорн собрал, красава. Противники, наверное, хуевают. Откуда у пятерки Сава Брацорн? Ну, если они не хватит опять. Не, противники, я имею в виду. Они по-любому втроем в пати. Ну или хотя бы вдвоем. И он же так и будет думать, что типа во, нормальная раскачка через керри и пятерку. Он на следующую игру так и заурянит. Слышал? Мне кажется, что ему похуй, если честно. Let's go. What's over there? Не буду пытаться активничать слишком. What's over there? Что это? Excellent idea. Curious. Indeed. Interesting. In the center of divinity. Yes. А Мурашан забрали? Да. Indeed.
О, далеко. Хорошо, хорошо. Ты хорош, ты хорош, блять, но фрейм просто такой. Максимально уебищная игра, как получается. Нет, слушай, там, по-моему, ребята вообще на приколе. Эти союзники наши? Да. А, не пушат? У нас только единственный джаггер пытается. Может, он не с ними тогда? Там мы двоем кратко. У меня два стана, можем кого-нибудь убить. Можно ли даже попробовать? Go. Я начну. Хотя биджаггера, наверное, будет снова. Да, они, наверное, в пати играют двое, у химик. Там есть этот титаниум. Вот титан сливер. With pleasure. We'll take that. I agree. Yes. I understand. А нет, они в пати играют, она... Короче, пофиг, вообще какая разница. Sunder.
Very good. У меня шарты есть, если что, я тебя могу поднять. Я не знаю, с кем геймплеем, что-то хочется просто сейчас посидеть, почилить. Может быть, фармить тоже еще. Нам, блядь, лишние 20 минут ключ. Excellent idea. Interesting. With pleasure. Such fascinating ideas. I'm under attack. What's over there? Absolutely. Very good. Excellent idea. Yes. I understand. I agree. I agree. What's over there? Curious.
pleases me. Apply yourself. Very good. Such fascinating energies. Oh. With pleasure. Indeed. I'm not ready. Yes. Interesting. With pleasure. Говно. Я думаю, блин, у меня гепортов нет, кстати. На них. Просто три дебила, бля. Yes. Да, и в пати, конечно. Так что, у тебя закончились? А, у меня, кстати, тоже закончились. А, нет, тут у тебя нет. Да, ну я все, я после этой игры, блядь, понял то, что я не хочу в доту пока что играть. А, ты все? Да, пока перерыв. Может, вечером еще сыграем. Но, блядь, если еще раз эти долбоёбы попадутся, блядь, такие похожие, блядь, мне просто захочется удалить эту игру нахуй. Давай не вечером, но пораньше. Посмотрим, как желание появится. Ладно, окей.